Качели, каравелла, поезд и робот. В парке Зерново появятся новые аттракционы. На них из бюджета города планируют выделить около 21 миллиона. Об этом на заседании планово-бюджетного комитета рассказала директор департамента финансов Юлия Альшина. Также в рамках проекта «Культура» предусмотрено около 360 тысяч рублей на модернизацию библиотек, а именно комплектование книжных фондов. Финансирование программы «Физическая культура. Массовый спорт» в этом году увеличат на 48 миллионов рублей. Увеличены бюджетные ассигнования в сумме 17 миллионов рублей для предоставления субсидий на инвестиции на выполнение работы по Березке, по лагерю Березка. По данным, в данных мероприятиях предусмотрено 5 миллионов 100 на ремонт котельной, теплосети и водопровода. И 12 миллионов будет направлено на ремонт банно-душевого комплекса. Порядка 10 миллионов планируют потратить на приобретение оборудования для стрелкового тира «Икара». Дополнительно около 12 миллионов выделят на капитальный ремонт здания тира. В «Икаре» также отремонтируют чашу бассейна «Дельфин», на что дополнительно в бюджете города выделили больше 4 миллионов рублей. А на малом футбольном поле появится новый искусственный газон. Программу «Городское хозяйство и транспортная система Сарова» увеличили почти на 112 миллионов рублей. Увеличены бюджетные ассигнования в сумме 172 миллиона 175 тысяч рублей за счет субсидий областного бюджета на строительство улицы Онегина. Средства довели на 2 года, 42 миллиона на этот год Онегина и 148 миллионов на 23 год. То есть мы сегодня понимаем разбивку по годам, каким образом у нас будет строиться этот объект. Почти на 5 миллионов увеличили финансирование работ по капремонту участка дороги от улицы Энтузиастов до Маховой, а также устройство 2 недостающих остановок и разворотной площадки. Более 1,5 миллиона дополнительно потратят на устройство тротуара на улице Гоголя, а именно на участке от пересечения с улицы Герцена до пересечения с улицы Маяковского. Увеличены бюджетные ассигнования 211 тысяч рублей на оказание услуг по видеонаблюдению и видеофиксации за объектами благоустройства на улице Некрасова. Ранее этот вопрос обсуждался, и депутаты настаивали на необходимости наблюдения на этом объекте. Увеличены бюджетные ассигнования в размере 210 тысяч рублей на оказание услуг по хранению имущества, находящегося в казне, и передано на ответственное хранение в ДЭП. В общей сложности расходную часть бюджета на этот год увеличили почти на 440 миллионов рублей. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.